В Югре на четверть сократилась подростковая преступность. Об этом накануне говорили на заседании общественного совета при окружном ОМВД. Все лето в округе проводились профилактические мероприятия с подростками, такие как «Здоровье» и «Твой выбор». Юные югорчане были заняты в детских лагерях и участвовали в различных мероприятиях. Так общественники охватили всех несовершеннолетних из неблагополучных семей, состоящих на учете в органах внутренних дел, и пресекли больше 3000 правонарушений среди подростков. Отмечу, в Югре по-прежнему самый низкий уровень преступности в УРФО. Во всяком случае, та работа, которая проведена, она как раз говорит о том, что вот по сокращению преступности, по снижению уровня постановки на учет, вот, по выявлению и административных правонарушений, которые есть, и взрослых, которые не принимали достаточных мер, и по постановке детей на учет, то же самое, которые, значит, нарушили, значит, законодательство. Это как раз активная позиция общественности в том числе.